Приветствую вас. Из соображений этики я не буду, пожалуй, зачитывать текст, просто скажу, что с определенной периодичностью автор вопроса совершает нехарактерные, несвойственные для него действия. Вот. Которые, в общем-то, приводят, во-первых, к тяжелым эмоциональным переживаниям и к, к ухудшению отношений, если можно так выразиться, с близкими людьми. Вот. Значит, чтобы я сказал, вот, давайте вот такой какой-то ситуации подойдем. Я бы сказал, что совершенно очевидно, что такие действия призваны решить некоторую вашу дефицитность, ну, то есть компенсировать ее, компенсировать некоторую вашу дефицитность, которую вы сами отвергаете. Скорее всего. То есть, ну, несколько раз вы говорили о том, что вас все устраивает. Я, честно говоря, не думаю, что это так. Не думаю, что вас все устраивает. Но думаю, что вы пытаетесь себя в этом убедить. Я думаю, что вы не чувствуете себя значимой и ценной. Видите ли, результатом ваших действий является раскаяние. И, что немаловажно, спасение, ну, вас, то есть, вас спасают. Так вот, вам это нужно. Ну, вам буквально нужно. Чтобы вас спасли, тем самым доказав, например, что вы ценны, что вы важны, вот. Ну, вероятно так. Вероятно. А, соответственно, когда этого не происходит, вот, как, например, вот, в крайний раз, то у вас, в общем-то,
появляется что-то вроде непонимания. Что-то вроде непонимания того, а как же мне теперь вот вообще жить, да? Черная дыра. Вот. Еще можно было бы можно было бы, пожалуй, сказать, что у вас, вероятно, есть нуждаемость в любви. Ну, на мой взгляд. То есть вот вы нуждаетесь в, ну вот, в, ну, принятии, во внимании, в том, чтобы позволить себе что-то, чего вы не позволяете. То есть, причем, вероятно, на определенном таком бытовом уровне, судя по тому, что я могу видеть. Дальше все зависит от честности, Если вы сможете честно признаться себе в том, что вас что-то не устраивает, если вы сможете честно признаться себе в том, что как-то вот вы, ну, ощущаете, может быть, какую-то несправедливость, причем всячески от этого отходите, всячески от этого отталкиваетесь, если вы стараетесь быть правильной, если вы позиционируете себя ниже, чем к примеру, ваш муж, вот, или родители. То есть вот нет ощущения, знаете, такого равенства. Ну, между вами и вашим
мужем, например. Это все как раз влияет на то, как вы себя ощущаете, на то, как вы себя видите и так далее. Вот. Ну вот, как-то так. Ну, в смысле, какой-то такой здесь ответ можно предложить вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А вы большая молодец, что хотите разобраться. Для этого вам нужно выбрать психолога и начать с ним консультацию. Вот. Тогда ситуация получит все шансы на разрешение. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что причиняет боль сильнее всего. Вполне возможно, что в этом аспекте кроется элемент вашей потребностной сферы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.